Что-то наши задерживаются. Да. Ладно, Миша, нет. Но ведь Женя, она участвует в конкурсе. И опаздывает. А с кем это ты сегодня? Да вот, помощника подсунули. Не с кем дома оставить. Как тебя зовут, помощник? Богдан Титамил. Что новенького, Богдан? Тела, у нас кошка родилась синяк. Синяк? Ты, наверное, хотел сказать котят. Да, 4 штуки. О, вот и Миша. Привет. Привет. Ну, что за сюрприз? Зачем вы сюда меня позвали? Сегодня Женя участвует в конкурсе красоты. В конкурсе красоты? Да, сейчас он начнется. А что, тебе не интересно? Ну, не знаю. Ну, что это? Конкурс красоты. Соревнование, у кого красивее лицо и фигура? А что в этом плохого? Да, что плохого? Не пойму, в чем тут заслуга? Если природа тебя одарила красотой, то ты победитель. А если ты не очень симпатичный на лицо и широкоплечь в области живота, то тебе ничего и не светит. Как-то нечестно. Вообще-то, в этом конкурсе оценивается не только красота. О, это уже лучше. Вот я лично считаю, что в конкурсе должны побеждать творческие способности. Спортивные, интеллектуальные, в общем, таланты. Вот это я понимаю. Ну, наконец. Привет, привет. Чего опаздываешь? Я проспала. Пойдем. Я так волнуюсь. Всю ночь в конкурсе думала, вот и проспала. Да не волнуйся, ты у нас такая красивая. Тут все красивые. Карина, а где твой Богдан? Куда он делся? Побежали искать, а ты же не готовься. А где вы иду? Ну что? В туалете его нет, я все кабинки проверил. И в буфете тоже нет. Женя, а ты что тут делаешь? У меня пакет с туфлями пропал. А скоро выход на сцену. Еще того не лучше. Слушайте, может пакет у Богдана? Давайте его еще поищем. Как же так? Я столько готовилась. Неужели все зря? Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на втором городском конкурсе красоты талантов Мисс. Женя, пой! Богдан, где ты был? Здесь, пой! Что? Богдан! Ладно, держи. Опять надо учиться. Женька, вы тут? Вот, Богдан нашел. Ты тоже. Так давай, беги скорее. Ты опоздаешь. Богдан, ты куда пропал? Туфли нашел, а сам потерялся. Мы за тебя волновались. А знаете, мне стало интересно, что кроме красоты будет оценивать жюри? Они вообще любопытны. Чему учат девочек в школе модели? Так пойдемте узнаем. Пошли. Природа сил нам дала, а вы уж слабые такие. Чуть что, зальете все слезами или бежите сразу к маме. Ну что ж, от нас исходит ясный свет, у нас красота и грация. Женя, ты молодец. Все было классно. Здорово. Спасибо.